Урегулирование карабахского конфликта обсуждали на первой официальной встрече президента Азербайджана и премьер-министр Армении. Саммит прошел в Вене. Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна была организована при посредничестве России. Сначала участники пообщались с глазу на глаз, затем с участием делегаций. Переговоры, как сообщается, прошли в конструктивном ключе. Главным итогом стала готовность сторон продолжить прямой диалог.